Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, друзья, с вами Елена. Сегодня мы с вами будем подтягивать нашу кожу и делать ее упругой. Итак, мои хорошие, для приготовления маски мы с вами берем одну сырую картошку, вот такого небольшого размерчика, средненькую, один куриный желток и глицерин. Картофель хорошо промываем, очищаем и натираем на мелкой терке. Куриный желток перемешиваем при помощи кисточки. Куриному желтку добавляем тертый картофель. Предварительно картофель надо отжать от лишнего сока. И все хорошенько перемешиваем при помощи кисточки. Добавляем в маску 1 чайную ложку аптечного глицерина. И опять же все хорошенько перемешиваем. Ну вот и все, мои хорошие. Маска готова к применению. Делаем такую маску 2 раза в неделю. Курс 1 месяц. Уже после первого применения кожа лица заметно увлажнится и подтянется. Мелкие морщинки разгладятся. Наносим маску на предварительно очищенную кожу лица, шеи, зону декольте, а также побалуем свои ручки. Куриный желток хорошо питает и восстанавливает кожу лица и рук. Глицерин создает на поверхности кожи защитную пленочку и удерживает влагу. Сырой картофель хорошо повышает упругость кожи, делает ее более подтянутой, мелкие морщинки разглаживаются. Кожа становится молодой, бархатистой и шелковистой. Данная маска подходит для всех типов кожи. Обязательно попробуйте, не пожалеете. Если вам рецепт понравился, не забудьте поставить лайки. Подписывайтесь на канал, а также, мои хорошие, пишите ваши отзывы в комментариях. Переходите по ссылочке на мой канал Яндекс.Дзен. Кстати, мои хорошие, могу вас порадовать. Сегодня сама уже порадовалась. На канале Яндекс.Дзен у меня сегодня 15 тысяч подписчиков. Ура, ура, ура! Я всем очень рада. Спасибо вам, мои хорошие, за вашу поддержку. Для лучшего эффекта такую маску рекомендуется делать на ночь, вечером, перед сном. Итак, друзья, держим масочку 20 минут, смываем теплой водой и наносим уходовый крем. Пробуйте! Также не забываем наносить маску на наши прекрасные ручки. Побалуйте свои ручки, они вам скажут спасибо. На руках маску также держим в течение 20 минут. Прошло 20 минут, я смыла маску и сейчас нанесу на лицо, на шею, на зону декольте уходовый крем. Кожа после такой маски просто чудесная. Рекомендую. Друзья, прошу прощения за мой слегка так шепелявый голос. У меня просто проблемы с зубами в данное время. Не обращайте внимания. Надеюсь на ваше понимание. Всем спасибо. С вами была ваша Елена. Желаю вам всего самого доброго. Пока-пока. Увидимся. Удачи.